Чё как, зрители, это Гагатун. Помните тот ролик про канистру? В общем, второй раунд. Мы в этот раз на другом уровне, да. А, видите, что нас сразу же спалили, потому что мы бежим как полоумные, но на самом деле это не важно, потому что с нами есть лучший друг, канистра. Мы берем ее и все поплатятся. Можно ради прикола даже переодеться в ту же одежду, похожую, что была и в прошлый раз. Типа, почти same shit. Привет, друг. Второй раунд. Лера, слишком много, мне кажется, ролик наполнен уж больно сильный, жестокий. Канистры, просто они все любят канистры, на самом деле. Окей. Боже мой. Что-то меня убили, в этот раз это было как-то не продумано. Сейчас давайте попробуем еще раз. Мы сделаем один шаг, который мы не сделали, который гораздо продуманней. В прошлой части канистры меня еле откачали, так что я стараюсь. Меня вызывали скорую, нахуй, я чуть не сдох от смеха. Да, я не шучу, причем я реально чуть не сдох. Как бы это смешно не звучало. Причем, сколько мы раз записывали, то есть там до этого были смешные моменты просто. Я просто чуть, блядь, я там раза три чуть не подавился колой, и там меня... Друг! А после того раза у меня пена изо рта пошла в обиду. Я думаю, что это удачное место для канистры, на самом деле. Стоять тут и просто ждать, пока... Все будут подходить тебе и говорить: «Эй, что это такое?» Ты такой: «Канистра, мазафака!» Мне никогда не надоест смотреть, как они руками закрывают. Тренер! Держи канистру! Люби канистру! Забойся о канистре! А сейчас мы еще и скроемся, смотрите. Еще подмога приехала, типа, поможет она им. Эй, что за говно? Иди тогда, сейчас там будет битва на ринге тоже с канистрой. Иди. Да, обязательно. На. Если ты, конечно, сейчас всех перебьешь здесь. Я всех перебью. Думаешь, я не перебью? Это челлендж. Да его нету, но я его сам придумал. Это, кстати, контракт сделаю. Убить канистры всех в этом месте. Блять, это же идеальная идея. Все, сделаем контракт. Короче, кто пройдет быстрее, тот получит медаль. А там как раз в этом вся и соль. Чем быстрее пройдешь, тем больше ты денег получишь. Так. Больше. Там как раз ачивмент. Контракт на миллиард долларов. Так, миллион там вроде. Нет, там, по-моему, сам. Ну ты сам. Что-то эти чуваки поняли, что сюда лучше не соваться, перестали сюда идти. Ну это будет очень вообще мега контракт, я считаю. Убить всех канистры, это же охуенно. Ладно, попробуем решить. Стоят-то там. Ох, черт. Не поняли, что это, делать это, ты вообще боксер! Даже у бойца этого греба, вот это нехорошо. Отстань. Окей, я его замутузил. Вау! Замутузил бойца. Дискайз. Все, не пались. Ну. Единственное, что меня палит, это канистра. Что ты не палишься. Я подозрительный. Вы чё, блядь, suspicious? Там никто не вошел, там, блядь, дохуя людей вошло, никто не вышел. Вышел боец какой-то, блядь, ёбаный. Нормально, в общем, спасибо, что смотрели вторую серию канистры. Мы прошли с помощью нее очередной уровень. И сейчас будем драться на ринге с помощью нее, я надеюсь, тоже. Спасибо, что... Если вы тут впервые, не забывайте подписываться на канал, на комментарий, ставить пальцы. Вот это все. Пока. Оп, даже пистолетики дали. Угу. Отлично, наоборот, мы отдали. Хорошая одежда. Где моя канистра? Сволочь, верните. Сволочь, они забрали канистру. Ты, чувак, лучше тебе не потерять канистру. Забей на пистолеты, но канистры, чтобы осталось. Понял? Канистра останется. Я поблестел своей маской на него просто. Угрожающе. Мы еще за этот уровень Silent Assassin в итоге получили. Это как бы вам заметку, что как нужно играть, собственно, в эти игры. Вот так вот. Вот канистрами фигачишь всем по лицу и все, и профит. Мы шестерых убили канистры, и к нам с рук сошло. Ну ёпта, спотет один. Один раз спотет! Вы что, мне один раз спотет? Мне кажется, у тебя даже рейтинг был хуже, чем у меня сейчас.
Я не знаю, надо проверить, интересно. Ну, знаешь, я канистры людей не пиздил, очень возможно, что... Ну, не знаю. Вряд ли, не знаю. Смотри, ты за канистры, за твои буяния, тебе минус, почти минус 2 куска. Не, мне скажешь, что я нашел канистру. А это тебе дают, когда ты в первый раз находишь. Тебе, наверное, дали. Вот она, моя родненькая, вот она.